Порядок в центре города на особом контроле. Струковский парк, Самарская площадь, площадь Славы, площадь Куйбышева. Самые центральные популярные места отдыха и скопления народа будут особо активно патрулироваться полицейскими вместе с дружинниками. На первом заседании общественного совета Ленинского района обсудили возможности активизировать работу в этом направлении. Сейчас в приоритете подготовка к празднованию юбилея Победы. Парад памяти, возложение цветов к вечному огню, демонстрации 1 мая, участие волонтеров в подготовке к торжествам. Ответственность большая. Каждому ветерану района уделят особое внимание. Кроме всего прочего, будут проходить праздники района непосредственно во дворах, потому что возраст этих жителей такой, что они не все могут дойти далеко. Ну а во двор, конечно, выйдут. Там будут и праздники, какие-то мероприятия, концертные программы, ну и просто общение. Мы выпускаем книгу, это «Простые истории Великой Отечественной войны». На блицах это фотографии, это их рассказы. Вот такой подарок. Общественники смогут быстрее донести до власти информацию о проблемах в районе. Например, главврач старейшей поликлиники Самары считает, вопросы здравоохранения во многом зависят от профилактики. Как ее организовать на местах? Вопрос как раз по адресу. Безусловно, моя работа, моя должность связана именно с взаимодействием с населением. Я думаю, что участие в этом общественном совете, я думаю, как раз принесет пользу именно в этом. Я буду, наверное, помогать больше людям. Надо будет заниматься именно вопросами оказания и первичной медицинской помощи, и профилактической, из того, что мы имеем. Заседания совета будут проводиться не реже одного раза в квартал. Помимо этого будут созданы тематические комиссии. Анастасия Зубарева, Павел Пресняков. События.